Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Scarlet Nexus, ну и прежде чем мы с вами отправимся в Тагицу, мне кажется, Ису и Сэрон что-то скрывают. Истинные мотивы Карна все еще загадка. Интересно, чего он добивается. Все, что мы можем, продолжить следить за ними. Сколько же проблем со всем этим. Ну так вот, прежде чем мы отправимся к Тагицу, у нас с вами есть фаза отдыха. Кагеро, почему ты настолько против Тагицы? Ты ведь оттуда родом. Ну, ты не популярен, поэтому не поймешь, но популярность добавляет немало проблем. Быть популярным непросто. Да уж прости, что я такой непопулярный. Ладно, смотрим телек. В некоторых областях Сейрона предательницу Кассаны Рэндалл считают героиней, которая заставила наш канал повысить уровень защиты. Кассана Рэндалл вступила в сговор с группой бунтовщиков. Они подвергли опасности жителей Суо и воспользовались шумихой для убийства председателя. Ее предательству нет прощения, и власти просят всех возможных свидетелей обратиться и помочь арестовать эту угрозу для общества как можно скорее. А здесь новости, смотрите Канас. А не поговорить ли мне с Сиданом? Да, у него есть для нас миссия. Так, у Кёки тоже. Ну ладно, давайте начнем с Сидана, черт бы с ним. Нам пока мало что известно, но чем больше информации мы соберем, тем лучше будет наша ситуация. История связи. Так, вроде бы все в порядке. Так ты теперь носишь боевую маску? Хорошая идея. Нет, пока я не собираюсь ее пользоваться. Правда? Выглядит совершенно новой. Капитан Сето оставил ее мне. Сето-сан. Правда? Наверное, они нашли ее, когда перебирали его вещи, и она наконец добралась до меня. Ясно. Это хорошо. Да, но когда я на нее смотрю, то чувствую, как много он от меня ожидал. Пока что я недостоин этой маски. Надену ее, когда стану сильнее. А тебе не кажется, что он оставил ее тебе для дела? Ты говоришь, что хочешь подождать, пока ты станешь сильнее. Но есть ли у тебя конкретная цель? А когда я стану таким же сильным, как он? И сколько лет на это уйдет? Для этого не понадобятся годы. Я стану таким же сильным, как он, очень скоро. Когда я был зеленым новичком, капитан Сета всегда подбадривал меня и говорил, что у меня все получится. Я хочу оправдать его ожидания. А если я не смогу, у меня нет права надевать эту маску. Он грустит о капитане Сета. Я слышала, кто-то нашел его ручку. Не ты ли это был? А если и я? Я так и думал. Спасибо тебе. Не стоит меня благодарить. Я просто не хотел, чтобы вещи валялись на улице. Я отлично знаю, что ты чувствуешь. Но почему ты отдал ее мне? Тебе эта ручка была нужнее, чем мне. Я видел, как ты на него смотрела. И знаю, что ты им восхищалась. Что? Постой, только не говори, что сама этого не замечала. Откуда ты знал? Это довольно очевидно. Он и для меня был тем, на кого стоит равняться. Но я уверен, что мы испытывали к нему разные чувства. В каком смысле разные? Разберись сама, это твои чувства. Я никогда раньше не задумывалась, что чувствую к капитану Сет. Как бы то ни было, эта ручка теперь твоя. Но клянусь, если ты не будешь о ней заботиться, ты об этом пожалеешь. Буду беречь ее, как зеницу ока. Ты очень мне помог, так что огромное тебе спасибо. Чего ты это взяла? Слушай, не пойми меня неправильно. Иногда осознание чего-то приходит спустя долгое время. Я поняла это лишь благодаря Сидану. Если боевой дух взвода падает, это влияет и на меня. Так что не то, чтобы я это делал ради тебя. Прости. Не мог бы еще раз это повторить. Я слегка заплутала в собственных мыслях. Ну да, уже разбежался. К тому же ставлю на что угодно, что он все равно оставил бы ручку тебе. Правда? Знаю, он тоже заботился о тебе. Он был очень хорошим человеком. Он был замечательным наставником и пользовался всеобщим уважением, а для меня и вовсе значил больше, чем кто-либо еще.
Теперь рядом со мной больше нет человека, понимающего, на что я действительно способен. Но я буду изо всех сил стараться однажды достичь его уровня. Если ты хочешь стать похожим на него, почему бы тебе не подтянуть умение общаться с людьми? Лучше уж я потрачу это время на работу над собственными способностями. Если я стану по-настоящему сильным, люди и так ко мне потянутся. То есть пока ты недостаточно силен, чтобы за тобой кто-то следовал. Что в этом плохого? Я знаю, что до него мне еще далеко. Хорошо, что ты четко знаешь, к чему тебе стремиться. Полагаю, ты собираешься усердно работать, чтобы достичь его уровня. Да, я не собираюсь мириться с нынешними обстоятельствами. Вот увидишь. Буду ждать этого с нетерпением. Смотрю на тебя, аж злость берет. Не помню, чтобы сделал тебе что-то плохое. Я не говорил, что ты сделала что-то плохое. Я злюсь на себя за то, что позволил обогнать себя такому человеку, как ты. Осторожнее, такие, как я, легко не сдаются. О, 4-й уровень связи с Сиданом. Ну, вот это вот боевое видение, помним? Знаешь, на тебя можно положиться в бою. Ну, то есть не принимая во внимание твой характер и все такое. Это должно быть комплиментом? Что ж, отвечу взаимностью. А давайте посмотрим, что там. Перьевая ручка. Не знаю, почему Сета так беспокоился об этой перьевой ручке. К сожалению, у него уже не спросишь. Говорят, эту ручку подарил ему Карен в честь получения титула Септентриона. Вроде сувенира. Это не просто сувенир. Это признание его силы. Ставлю на что угодно, что он черпал в ней уверенность в себе. Конечно, это всего лишь догадки, но я надеюсь, что однажды у меня появится что-то такое. Что-то, доказывающее мою силу. Чего опасаться в Тагетсу? Никто не забыл основную информацию о Тагетсу. Тагетсу располагается высоко на горе Хиена, верно? Насколько я помню, погода там не сахар. Верно, там очень холодно и дует сильный ветер. Так что хорошенько подготовьтесь. Спасибо, Харука. Как только прибудем, сразу же отправляемся в штаб-квартиру Ордена Тагетсу. Никто не возражает? Никто из присутствующих. Отправляемся прямиком в штаб-квартиру Ордена. Вообще-то с нами Кагера, думаю, это поможет нам быстро со всем разобраться. Эй, придержите коней, вы готовы положиться на меня, хотя я вообще против того, чтобы отправляться в Тагетсу. Но мы можем вернуться к этому вопросу после того, как сберемся на ту гору. Откуда Тагетсу? Груз Тагетсу. Откуда они берут столько человеческих мозгов? Не хочется об этом думать, но возможно, ради них они убивают членов своего культа. Но если они не снизят темпы, скоро в Тагетсу никого не останется. Да нет же, это совсем не так. Мы говорим о настолько крохотной группе, что новая Химука безбоязненно дала им самоуправление. Кагера прав. Они, конечно, существуют уже очень давно, но их численность всего всегда была невелика. И они всегда тихо жили в этих горах. Ну вот, даже если они имели какое-то отношение к тому грузу, не думаю, что они как-то вовлечены в исследование превращений. Как по мне, одного того, что они поставщики того груза, уже хватит для вовлеченности. Отправимся туда вместе и сами со всем разберемся. Угу. Хорошо, давайте поговорим с Кёкай. У нас с ней миссия связи, с тобой у нас ничего нет в этот раз, с тобой тоже, друг. Хорошо, Кёк. Что-то мне не верится, что Тагетсу не замешан в исследованиях иных. Если мы вступим в контакт с Орденом, возможно, нам удастся что-то выяснить. История связи. Эй, Касане! Кёка! Что-то не так? Прости, погоди, опять голова заболела. Все прошло. Ты все равно выглядишь не очень. Думаю, тебе стоит отдохнуть. Нет, мне надо убраться на базе. Нельзя же причинять неудобства для... Ой. Поверь, нам будет куда приятнее, если ты отдохнешь, а не будешь напрягаться в таком состоянии. Прошу тебя, Кёка. Хорошо. Я, пожалуй, все-таки немного отдохну. Вот, выпей один из моих особенных питательных напитков. Не бойся, он еще не просрочен. Не для того я вступал в АПИ, чтобы кого-то нянчить. Вот, я оставлю полотенце здесь. Прости, прости, что заставил тебя обо мне волноваться. Когда кто-то о тебе заботится, это не так уж и плохо. Просто отдыхай. Это даже хорошо, что наша уютная база избежала ужаса уборки в исполнении Кёки. Ну, вы только посмотрите, как она популярна. Ради нее за дело взялись даже лентяй Караси и вечно недовольный Сидан.
Может, тоже чем-нибудь поможешь, Кагера? Что? Ну, Касане, это же очевидно. Я приглядываю за вами всеми вместо нее с любовью и вниманием. Как бы то ни было, нам стоит оставить ее в покое, чтобы она наконец немного отдохнула. Как ты себя чувствуешь, Кёка? Энцефалограмма стабильна, пульс в норме. Проблем не обнаружено. Кёка? Это что было? Что? Ой, прости, похоже, опять старая я выглянула наружу. Похоже, она это делает, когда я сильно устаю или на чем-то сосредоточена. И каково оно? Внезапно почувствовать себя кем-то еще. Ну, не то чтобы я это как-то ощущала, но нет четкой черты, за которой кончаюсь я и начинается она. Если честно, я даже не знаю, какая из нас настоящая я. Тяжело тебе, наверное. Слушай, но раз ты все равно этого не знаешь, может лучше выбрать ту, кем тебе больше нравится быть? Да, это хороший довод. Спасибо. Ты, пожалуй, права. Если бы только у меня был выбор. Благодаря тебе я почувствовал себя намного лучше. Ты точно в порядке? Тебе больше не нужно пытаться помогать всем в одиночку. Теперь ты сама можешь обратиться к нам за помощью. Благодарю за заботу, но теперь я действительно в порядке. Кроме того, у меня уже руки чешутся взяться за уборку. Чтобы компенсировать потерянное время, отдраю каждый уголок. О, знаю, в качестве благодарности приготовлю всем что-то вкусненькое. Снова? Выглядит она действительно намного лучше. Пойду-ка я, пожалуй, потренируюсь. Ой. Что здесь? Стряслось. Я всего-то на минутку отлучилась. Касане, это Кёка. Это сделала она? Это она типа убралась. Мне конец. Ты должна остановить ее. Убралась? Больше похоже на ураган местного значения. Сидон, что с тобой случилось? Кёка сказала, что кое-что для нас приготовила, и когда я съел кусочек, у меня все тело онемело. Гадство, мне стоило понять по странному виду. Нет, очнись, Сидон. Как же приятно заняться работой по дому. О, Касане. Ну как, правда комната преобразилась? А еще я испекла печенье. Бери, не стесняйся. Я пас. О, ты не голодна? Нет, так дело не пойдет. Пожалуй, сделаю тебе питательной каши. Я должна сделать так, чтобы она больше никогда не занималась здесь хозяйством. Она же не только себя угробит, но и всех нас заберет с собой на тот свет. Касане, мы уже довольно давно вместе. С тех времен, когда ты была кадетом. И до сих пор твое развитие меня удивляет. Правда? Я не замечала в себе изменений. Ты стала отличным солдатом. Надеюсь, я увижу, как ты станешь еще лучше. Четвертый уровень связи с Кёкой. Снова боевое видение. Ты стала более открытой ко мне. Я так счастлива. Может, я немного преувеличиваю, но с тобой так легко общаться. Итак, что там пишет Кёка? Прости за беспокойство. Прости, что заставило тебя беспокоиться. В мое ухо встроено устройство, ослабляющее головные боли. Но, наверное, его эффекта оказалось недостаточно. Я не знала. Наверное, без него тебе было бы еще больнее. Ой, ты будешь беспокоиться еще больше. Все в порядке, это лишь слабые головные боли. К тому же я знаю, что вы постоянно присматриваете за мной так, как ты сегодня, Касане. Это лучше любого сдерживающего устройства, так что не беспокойся обо мне. Давай поговорим, Лука Треверс. Всегда приятно, когда тебя готовы выслушать. Мне бы хотелось поговорить с тобой еще разок. Интересно твое мнение по тактике. Конечно, ты можешь и не захотеть обсуждать тактику боя с кем-то. Еще совсем недавно... Кто еще совсем недавно был твоим врагом, но... Может, все-таки увидимся в Мусубе? Но сколько можно повторять, что нам не стоит об этом беспокоиться? К тому же, раз ты хочешь поговорить о тактике, я, может, тоже чему-то научусь. Скоро буду. Прости, что так часто тебе надоедаю. Ты меня не беспокоишь. Я просто не знаю, могу ли я тебе чем-то помочь. Ну то есть ты же Септентрион. И как по мне, куда способнее меня. Это все мы из-за моего титула?
У меня, видите ли, высокий статус, и поэтому никто не говорит мне того, что думает. Правда? Такова природа большей части людей. Но знаешь, ты мне всегда казалась той, кому не очень-то волнуют титулы или статусы, кто говорит все как есть. Когда мы недавно сражались, я подумал, что твоим боевым инстинктам можно только позавидовать. Потому-то мне и хотелось выслушать твое мнение о том, как сражаюсь я. Хорошо. Тогда я буду с тобой честна, если ты действительно этого хочешь. Да, если ты не против. Почему ты вообще выбрал в качестве оружия молот? Ты не сказать, чтобы очень крупный, твоя мускулатура не особо впечатляет. Разве не было бы более эффективно использовать что-то поменьше и полегче, вроде ножа? Ясно. Спасибо за мнение, но мне кажется, ты проглядела один очень важный факт. Что ты имеешь в виду? Согласен. На первый взгляд, молот кажется слишком большим и тяжелым оружием для моего телосложения. Но я владею телепортацией. Я могу сократить дистанцию с противником в момент замаха, а то и вовсе переместиться в точку над его головой, позволив гравитации сделать большую часть работы. Другими словами, я выбрал в качестве оружия молот, потому что это оружие лучше всего дополняет мою способность. Но еще молот внушает врагу страх. Да и когда им машешь, это помогает не терять физическую форму. Понятно. Ой, прости, что-то я слишком увлекся. Я ведь сам попросил тебя честно высказать свое мнение. Так что мне не стоило с тобой спорить. Нет, я просто была впечатлена тем, что тебе удалось подобрать твои способности, соответствующий стиль боя. Но если уж ты настолько убежден в том, что тебе подходит твой нынешний стиль боя, я тем более не понимаю, зачем тебе чужие советы. Может, ты и права, но мне все равно кажется, будто мне чего-то недостает. Ты недоволен своим текущим уровнем силы? Я бы сказал, что я не столько хочу стать сильнее, сколько хочу избавиться от слабостей. Как ты уже говорила, в физическом плане я не особо крупный. И хоть и упражняюсь каждый день, мою мускулатуру нельзя назвать внушительной. Мой боевой стиль все это, конечно, компенсирует, но он слишком сильно зависит от моей способности. Полагаю, дети закона вроде нас сражаются, полагаясь именно на свои способности, по большей части. Оно там может и так, но подумай о том, что случится, если ты по какой-то причине не сможешь использовать свою силу. Тебе волей-неволей придется полагаться на физическую силу, и если это случится со мной, я буду практически бесполезен. Ситуация, в которой ты не сможешь использовать способности? Ну, она возможна, но крайне маловероятна. Но никогда не знаешь, что может случиться на поле боя. Нужно быть готовым ко всему. Правда? А я считаю, что беспокоиться о маловероятном — лишь зря тратить время. Это тоже не лишено смысла. Возможно, я действительно слишком много волнуюсь. Возможно, ты волнуешься, потому что не особо веришь в свои силы. Я не думаю, что с твоим стилем боя есть какие-то проблемы. И если проблемы и есть, то скорее психологическая. Другими словами, недостаток уверенности в себе. Странно. Как-то раз брат мне сказал кое-что очень похожее. Он сказал мне, что я нахожусь в плену собственных слабостей, что они моя самая большая проблема. А ты и правда зришь прямо в корень. Не зря я пришел к тебе. Ну как, хоть что-то из моих слов тебе помогло? Да. Чую, это пойдет не на пользу. Когда мы общаемся, ты не держишь ничего при себе, и поэтому мне проще говорить откровенно. И рассказываю о том, что я чувствую, от этого расслабляюсь. Может, как-нибудь еще поболтаем? Конечно, если ты не против моей обычной манеры разговора. Конечно, мне бы очень этого хотелось. То, что ты считаешь нормальным, мне кажется свежим и новым. Что? Вы с братом очень странные. Впрочем, похоже, он доволен, так что, наверное, все в порядке. Так, что он там нам пишет? Мне столько раз приходилось обращаться к тебе за советом, что... Ну не знаю, может, тебе нужна какая-то помощь в тренировках или упражнениях? Да вроде нет, я тренируюсь столько, сколько нужно. Столько, сколько нужно, умно. А мне нравится испытывать на прочность свои возможности. Возможно, ты заметила, что я всегда хожу с утяжелением под одеждой, чтобы постоянно нагружать мускулатуру. Говорят, это чересчур, но когда я думаю о том, что в моем теле есть мускулы, которые я еще не нагружал, меня охватывает депрессия. И осталось на сладкое Цугуми. Садоводство. Помнишь, как мы говорили о садоводстве? Я могу очень много рассказать тебе о растениях, так что надеюсь, мы сможем поговорить лично. Если не захочешь со мной встречаться, я пойму. Но если ты не против, дай мне знать.
Времени у меня полно, так что можно увидеться, когда захочешь. Если тебя волнует то, что мы сражались друг с другом, то все в порядке, меня это не беспокоит. Понимаю, сложившаяся ситуация не из лучших, но думаю, это не помешает нам поговорить. Приходи в Сэрон, буду тебя ждать. Привет, Касане. Не хочешь поговорить о садоводстве? Конечно, если ты не против. Ты ведь не только пряности выращиваешь. Да, я люблю выращивать растения, потому что мне нравится слушать и различать их голоса. Ты ведь не буквально говоришь об их голосах? Нет, потому что растения не могут разговаривать. Поэтому тому, кто их выращивает, нужно представлять, что они могли бы сказать. Вон там, иди за мной. Я покажу тебе, что я имею в виду. Когда дело доходит до растений, она весьма решительна. Когда вот так вот смотришь на цветочные поля в городе, можно понять, насколько они выросли и в каком они состоянии. На первый взгляд этот цветок выглядит здоровым, но если присмотреться к нему повнимательнее, то можно увидеть, что нижние листья изменили цвет. Он болен. Но с его стеблем и корнями все в порядке. Так что я думаю, если срезать больные листья и дать ему лекарство, с ним все будет в порядке. Так, эти вполне здоровы, но в почве под ними скапливается слишком много воды, из-за чего корни могут подгнить. Стоит сменить почву на такую, которая не будет накапливать воду. Прости, меня снова занесло. Нет, я впечатлена. У тебя не только обширные познания, еще и достаточно наблюдательно, чтобы так много понять по их внешнему виду. Прости, нет, конечно, я определяю это не только по внешнему виду, мне еще помогают глаза разума. С их помощью я могу увидеть то, что незаметно обычным взглядом, от состояния корней до качества почвы, так что я вроде как немножко жульничаю. Но я бы не назвала это жульничеством. Ты просто нашла применение своим способностям. Ну и кроме того, ты так хорошо заботишься о растениях благодаря своим талантам и опыту, а не способностям псионика. Спасибо. Ну и, конечно, ты можешь заниматься садоводством и без глаз разума. Да, на учениях я считала примерно так же, но возможность видеть намного больше, чем остальные, делает ее способность большим преимуществом. Более того, она понимает свои способности и научилась ими пользоваться. Она будет замечательным членом команды. Касане? Что-то не так? Цугуми, ты пойдешь со мной? Что? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду именно то, что сказала. Я хочу, чтобы ты отправилась со мной в Сейран, и мы сражались вместе. Нет. Но это нужно не только мне. И да, я знаю, что с моей стороны нечестно такое говорить. Но мне нужна твоя помощь ради Наоми. Мне жаль насчет Наоми, но я уже решила, что буду сражаться вместе с Юэто. Даже если это означает, что тебе придется драться со мной. Да, когда наступит время, я не проиграю. Хорошо. Если ты сделала выбор, я больше не буду пытаться переманить тебя на свою сторону. Но я не ожидаю, что я буду сдерживаться. Ничего страшного. Мы все равно победим. Ой, смотри. Что такое? Сердцевина этого дерева почти полностью сгнила. Оно заражено грибком, который проник и в ствол, и в корни. Ты не можешь его спасти? Болезнь зашла слишком далеко. Если мы оставим его так, как есть, его может свалить первый же ветерок. Но раз так, то лучше нам избавиться от него прямо сейчас. Я могу выкорчевать его с помощью телекинеза. Не говори так. Не надо. Если оно внезапно рухнет, это может привести к несчастному случаю. Раз дерево все равно умирает, нам стоит избавиться от него. Это дерево тоже живое. Да, оно больное. Ему плохо, и оно наполовину мертво. Но не говоря о нем так, словно это какой-то мусор.
Ты права, мне очень жаль. Не стоило мне быть такой бесчувственной. Прости. Я знаю, ты права. Гниение зашло слишком далеко. Единственное, что нам остается, срубить его. Но именно поэтому нам не должно быть все равно. Это дерево дарило тень всем, кто под ним проходил всю свою жизнь. Думаю, меньшее, что мы можем сделать в ответ, относиться к нему с должным уважением до самого конца. Да. Благодарю за понимание. Кстати, вон те кустики. Она куда более глубокая и сложная личность, чем я думала. Не стоит путать ее мягкость с пассивностью. В ней скрыт стальной стержень. Странно, но мне кажется, мы действительно сдружимся. Касане, ты слушаешь? Мне бы хотелось, чтобы ты не отвлекалась. Не бойся, я слушаю. Можешь говорить, сколько захочешь. Мыслиграмма. Садоводство. Для первогодка ты удивительно спокойна. Даже при том, что у тебя пока не так много боевого опыта, это замечательно. Думаешь? А меня поражает твоя манера боя, Цугуми. Ты всегда такая тихая и совершенно безжалостная в бою. Как ты переключаешься из одного состояния в другое? Когда я сражаюсь с врагами, то не медлю и не сомневаюсь. Это как бить насекомых. Если тебе нравится выращивать растения, то приходится от насекомых избавляться. Так что я к ним привыкла. Вот и отношусь к иным, как к тем насекомым. Хотя, конечно, они намного больше. Что ж, для того, чтобы нам сделать все, что мы можем в этом эпизоде, осталось надарить подарков. Давайте 6 штучек легкого желе купим. Тем более денег у нас, ну, честно, откровенно, завались. А вот каких-нибудь улучшений, я так чувствую, не очень. О! 6-е силовое поле есть, а улучшение силы 6-е. А одно нам. Хорошо, купим давайте одно нам. И сразу же себе его место 4-го усиление силы марк 6. О, прелестно. Так, но все-таки мы сюда пришли за тем, чтобы наменять подарков. Дарили-дарили, книга «Как перестать беспокоиться». Да. Дальше. О, свисток, свиток с иероглифом «Скорость». Дарили. Раз. И давайте еще, видимо, 2. Так. Это все дарили. Плюшевый мишка. Как это мило. Вроде все. Ну что ж, давайте начнем одаривание с тех, с кем мы уже говорили. Тогда мне не придется ничего лишний раз читать. Подарки. Книга «Как перестать беспокоиться». Слишком беспокоясь о том, что подумают окружающие, можно потерять себя. Сравнивая себя с другими, просыпаешься по ночам от чувства неполноценности. Если вы когда-либо испытывали подобное, эта книга для вас. Прочтите ее внимательно, она может изменить ваши взгляды на жизнь. Держи, друг. Больше не беспокойся. Но это как подарить ему, не знаю, набор мыла и книгу «Как перестать вонять». Не очень прилично такие вещи дарить. Ты что, издеваешься надо мной? Просто отдай это мне, обещаю, я прочту. Ну вот да, как-то так. А, он даже читает, смотрите-ка. Но судя по тому, что он читает с планшета, мы ему подарили ее в электронном виде, что ли? Кёка-джан. Ой. Кёка-джан. Это тебе. Так, подарки, чайный набор. Набор из фарфорового чайника, чашек и блюдец. Простой, но изящный дизайн улучшит любое чаепитие. Чашки сделаны в традиционном стиле без ручек, их следует элегантно держать за ободок. Как это? Как это? Вон, ручка нарисована, вы что, меня за дурака держите? На. Но как минимум Кёке он должен понравиться. Правда же? Ну, хоть как-то. Ты знаешь о гадании на чайных листьях? Говорят, починкам, которые остались в чашке, можно прочесть будущее. Надо будет попробовать. Араши. Ну, потому что чайный набор мы уже читали, описание, поэтому к ней сейчас пойдем. Тем более они тут чаем чуют. Вздрему-ка я, пожалуй, пока мы не выдвинулись в Тагетсу. У меня все-таки живое тело, а не машина. На. Это тебе, хоть ты и не фанатка, но все-таки. Брынь. Чашка вкусного чая. Я не фанат, но, пожалуй, выпью.
Да, но мы с ней от этого не сблизились особо. Что ж, Кагеро, Кагерочек. Мне все равно не верится, что Тагетсу имеет какое-то отношение к иным оружию. Если мы туда отправимся, то лишь зря потратим время. Плюшевый мишка. Милый плюшевый мишка, украшенный розовой лентой. Держит небольшое сердечко, на котором можно выгравировать имя того, кому вы его дарите. Помогает быстрее заснуть бессонные ночи. Лови. Пум. О, варуйна. Давненько я не видел этих модных кукол. Но одно время я ими очень увлекался. Ай. Но связь у нас от этого с ним не улучшилась. А что ж, все. Бодро, оперативно с вами отдохнули. Как это? Араси нами бы гордилась. А посему на этом можем эпизод завершать. Спасибо Мише Лебедеву, Мише Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Роке Бальбоа, Антону Цару, Глебу Сахарову, Брату Манзакадову, 45 Рус, Дарьи Кравчук и Вайт Рэббиту за то, что продолжают поддерживать канал. Всем вам спасибо, что составляете мне компанию в прохождении. Ну, а мы с вами встретимся в следующем эпизоде. А пока у меня на этом все. Удачи, счастливо, пока-пока. Увидимся.